Накануне 9 мая жители Реутова активно присоединились к всероссийской акции «Окна Победы». В окнах своих домов размещали не только портреты ветеранов войны, но и символику Дня Победы. А кто-то и вовсе взялся за краски и превратил окно в настоящую картину. Именно такой подарок к празднику реутовчанка Маргарита Гусева с дочерьми сделали дедушке Сергею Александровичу Гусеву. Наш дедушка, он тоже военный в отставке, подполковник, ну и этот праздник он тоже всегда отмечает. Также его, получается, дедушка, да, нашего дедушки, Гусев Иван Яковлевич, он воевал. Ему было 44 года, когда он умер в госпитале. Эти белые журавли, красные звезды, георгиевские ленты и вечный огонь создали праздничную атмосферу не только семье художников, но и всем прохожим. А вот другое окно Победы уже на Юбилейном проспекте. Для семьи Гранкиных рисовать и делать аппликации на окнах накануне Дня Победы стало уже доброй традицией. Хранительница семейного очага Любовь Гранкина работает в 10-й школе. Говорит, что акцию инициировали учителя, а школьники и их родители принимают в ней участие еще с 2013 года. Мы проводим эту акцию ежегодно. Каждый год мы стараемся определить какую-то тему. У нас были темы военной техники времен Великой Отечественной войны, салют Победы. В этом году, в рамках 75-летия, мы продумали положение, так как мы находимся в условиях самоизоляции, чтобы максимально охватить учащихся нашей школы, а потом решили придумать, что можно, в принципе, это распространить и по всему городу. Распространить акцию по всему Реутову решили с помощью социальных сетей. Теперь по хэштегу «Реутов окна Победы» в Инстаграм можно найти и увидеть десятки творений реутовчан, которые приняли участие в этом проекте. Таким образом, все желающие смогли отдать дань уважения ветеранам и просто украсить город к празднику, соблюдая режим самоизоляции. Дарья Галакова, Александр Попов, телеканал «Реутов».